Здравствуйте, уважаемые покупатели! В этом ролике мы покажем вам, как правильно выполнить сборку шкафа модуль 3 из прихожей серии Ольга Лофт от мебельной фабрики Ивару. Прежде всего, при получении продукции важно осмотреть ее внешнее состояние и целостность упаковки на наличие дефектов. Не выбрасывайте упаковку, пока не соберете мебель. Далее нужно подготовить все необходимое к сборке. Для удобства разложите все детали рядом с местом сборки. Застелите место сборки мягкой тканью или картоном упаковки. Комплект поставляемой фурнитуры. Инструменты, которые понадобятся для сборки. При использовании шуруповерта установите мощность вращения на 5 ньютон на метр для шурупов и 15 ньютон на метр для конфирматов. Для установки необходимо разъединить петли. Для этого нажмите на кнопку в основании петли. На места кернений в деталях номер 4 и 5 установите ответные планки петель. Деталь номер 63. Зафиксируйте шурупами. Деталь номер 54. На места кернений в детали номер 3 установите выдвижную штангу. Деталь номер 134. Зафиксируйте шурупами. Деталь номер 54. Соедините детали номер 2 и 5. В подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы. Деталь номер 51. Установите горизонтальный щит. Деталь номер 3. Затем установите горизонтальный щит. Деталь номер 1. Установите левый бок, деталь номер 4. В подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы, деталь номер 51. В подготовленные отверстия установите трубы, деталь номер 194. Затем установите заднюю стенку, деталь номер 6. В подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы, деталь номер 51. Подготовленные отверстия забейте опоры, деталь номер 195. Закрутите регулируемую часть опоры. Установите задние стенки ДВП, деталь номер 9. Выровняйте диагональ. Молотком забейте гвозди, деталь номер 125. Гвозди следует забивать с отступом 8 мм от края ЛДСП. Между стенками установите стыковочный профиль, деталь номер 146. Установите подвеску, деталь номер 116. Зафиксируйте шурупами, деталь номер 54 так, чтобы они попали в торец ЛДСП. На двери установите петли, деталь номер 63. Зафиксируйте шурупами, деталь номер 54. Установите дверь, соединив основание петли с ответной планкой до щелчка. Затем установите ручку, деталь номер 84. С обратной стороны зафиксируйте винтами. Для регулировки петель воспользуйтесь регулировочными винтами, как показано на схеме.
Заглушки установите в местах крепления конфирмата. Заглушки выполняют не только декоративную функцию, но и обеспечивают защиту от влаги, пыли и различных загрязнений. Установите шкаф на место эксплуатации. Выровняйте опоры по высоте и зафиксируйте к стене дюбель гвоздями. Деталь номер 117. Благодарим вас за просмотр. Вы успешно собрали шкаф модуль 3 из серии Ольга Лофт. Выбирайте мебель фабрики Ивару.